Концерт благотворительный, концерт группы «Море, море». Мы начнем немножечко попозже, но прежде всего хотели бы вас познакомить со Светланой. И вы все вместе сделали настоящее чудо для семьи из Мариуполя. Попробуем это чудо как бы делать вот для разных семей. Совершенно случайно, это была дичайше трудная дорога, у них нет своего автомобиля. Они добрались, попали вот сюда, в Черногорию. И здесь, на самом деле, застряли, потому что родители Златы в первый раз оказались за границей, они с внутренними паспортами. Такое у них первое, на самом деле, да, путешествие. Рядом кошка и трое котят. Так, дочь взяла шефство над ними, она их кормит. Ну, конечно, мы там что-то помогаем. В общем, за человечность. Правильно все. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами на концерте.